Приветствую вас во второй части по вязанию поросеночка. Мы с вами связали в первой части голову, туловище и 4 маленькие конечности. Сейчас мы начинаем вязать оформление для головы, то есть ушки, вязать пятачок и, конечно же, маленький хвостик. Начнем мы вязание с ушка привычного нам кольца амигуруми. 6 столбиков без накида нам нужно набрать в образовавшееся колечко. Итак, первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко так, чтобы не было дырочки. Далее, запомните, что мы будем начало делать и конец, расширение ушка. Все остальное, центральные петельки, мы будем вязать без изменения. То есть сейчас находим первую петельку или шестую отсчитываем от крючка и вяжем сюда прибавление. То есть делаем 2 столбика без накида в первую петельку. Параллельно я буду завязывать вот этот хвостик, который мы стягивали колечко. Итак, в первую петельку связали первый столбик без накида. И сюда же в первую петельку вяжем второй столбик без накида. То есть сделали прибавление. Далее 4 петельки отсчитываем, вяжем в них по одному столбику без накида. Во вторую петельку, значит, вяжем первый столбик, в третью петельку вяжем второй столбик. Далее в следующую петельку третий столбик. И в следующую петельку четвертый столбик. То есть мы провязали первые, получается, 5 петелек из 6. Последнюю шестую петельку мы делаем такое же прибавление, как делали в первую петлю, то есть 2 столбика без накида в одну петельку. Далее я предлагаю вам отметить начало ряда, либо вытащить вот этот хвостик ниточки, который у нас остался при стягивании колечка, либо можете взять ниточку контрастного цвета. И начинаем вязать второй ряд. Второй ряд. Мы будем, уже третий ряд получается. Первый это кольцо амигуруми из 6 столбиков. Далее мы второй ряд сейчас с вами закончили. И третий ряд мы будем делать над прибавлением предыдущего ряда первой петельки. Делать будем 2 уже прибавления. То есть в первую петельку вяжем 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик. И во вторую петельку будем делать точно так же 2 столбика без накида. То есть в первую петельку провязали прибавление и в следующую петельку провязываем прибавление 2 столбика. Далее центральные 4 петельки вяжем по одному столбику без накида. 1, 2, 3 и 4. И далее в конце ряда у нас остается 2 петельки. В каждую из этих петелек нам нужно провязать по прибавлению, то есть по 2 столбика без накида. Первую петлю от конца и во вторую петлю от конца ряда. 1, 2. Ряд у нас увеличился уже до 12 петелек. И теперь в четвертом ряду мы с вами будем вязать, продолжать делать прибавления в начале и в конце ряда, а центральные 4 столбика у нас так и будут 4 столбика. Для этого в четвертом ряду в начале ряда чередуем 1 столбик. Вяжем в первую петлю, во вторую прибавление делаем, то есть 2 столбика. Это первый раз. И точно так же повторяем второй раз. Столбик прибавления, следующие 2 петельки. Провязали столбик прибавления 1 раз и столбик прибавления 2 раз. Далее 4 петельки вяжем по одному столбику без накида. То есть 4 столбика без накида подряд. Первый столбик 4, второй столбик, третий и четвертый. Далее в конце ряда у нас остается 4 петельки. Мы точно так же, как в начале, чередуем столбик прибавления, столбик прибавления. Столбик вяжем в первую петлю, прибавление вяжем во вторую петлю. Столбик вяжем в третью петлю от конца ряда. И в четвертую петлю вяжем прибавление, то есть 2 столбика без накида. Мы прибавили в этом ряду петельки и у нас уже по кругу 16 петелечек. И в пятом ряду мы сделаем последний ряд расширения. Будем чередовать 2 столбика без накида, провязывая в каждую петельку из двух первых и вторую петельку 2 столбика без накида.
и делать третью петлю прибавления. То есть в начале ряда ставим столбик, в следующую петелечку ставим второй столбик и в третью петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Это первый раз. Точно так же делаем второй раз. Столбик 1, следующую петельку столбик 2. И в третью петельку или в шестую от начала ряда делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Далее центральные 4 столбика мы так и вяжем без изменения. Столбик 1, следующую петлю столбик 2. В следующую петлю столбик 3 и в следующую петлю столбик 4. А далее повторяем 2 столбика прибавления 1, первый столбик, второй столбик прибавления 1 и столбик, первый столбик, второй прибавления 2 раз. И мы довязали до конца этого ряда. Это по счету у нас провязан сейчас 5 ряд, 6 ряд у нас образовались, получается, в 5 ряду 20 столбиков по кругу вместе с прибавлениями. Мы эти 20 столбиков в 6 ряду просто провяжем без изменения. Как бы уравняем наше прибавление. Поэтому я предлагаю вам просто отсчитать 20 столбиков, провязать в каждую петельку по одному столбику. В первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй, в третью третий, далее четвертый, в следующую петлю столбик провязываем, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и так далее. Еще 10 столбиков довяжите самостоятельно. Далее делаем, получается, по счету в 21 столбик или в первый столбик следующего ряда соединительную петлю и привытаскиваем ниточку. Оставляем где-то сантиметров 15, можете больше, меньше, и отрезаем ниточку. Вытаскиваем рабочую нить и отрезаем вот этот хвостик, он нам больше не нужен. Мы им просто отметили начало ряда и ввязали, то есть он нам больше не нужен. А сейчас вытаскиваем с внутренней стороны вот эту соединительную петельку или ниточку рабочую, как вам удобнее понимать. Ну, как бы выравниваем ряд. Вот. И все, и складываем пополам. Та сторона, где мы делали прибавление, у нас выгнутая. Та сторона, где у нас просто столбики шли, 4 столбика от начала до конца, так она и есть ровненько. И вот оно у нас, одно ушко готово. Вот таким вот образом оно будет пришиваться. Делаем такое ушко второе точно так же. То есть у нас должно получиться 2 аналогично связанных ушка, которые потом будут пришиваться к голове. В голове я буду пришивать где-то на расстоянии 4 рядочков от кольца. Можно ближе, дальше. Ну, то есть это на ваше уже усмотрение. Как вы помните, одна сторона, затылочная часть у нас ровная. Пришиваем мы, скажем так, по центру с одной и с другой стороны, там, где у нас сторона более выпуклая. И теперь приступаем к вязанию мордочки. Ушки готовы. Снова берем ниточку розового цвета. И начинаем вязать с воздушных петелечек. Не с кольцами гуруми, а с воздушных петель. Для этого делаем начальную закрепительную петельку. И набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Цепочка из 4 воздушных петель готова. И теперь отсчитываем вторую петельку от крючка. Первая, вторая. И в нее делаем 2 столбика без накида. То есть прибавление. Далее в следующую петельку делаем 1 столбик без накида. И в третью петельку мы делаем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик. Сюда же в последнюю петельку второй столбик. И сюда же третий столбик. И как вы видите, мы как бы сделали такой вот поворотик. Теперь находим следующую петельку. Вот она у нас над столбиком, который мы вязали в предыдущую петлю. И вяжем сюда же всего 1 столбик над столбиком. У нас как бы получился как бы поворот. Если вы видите, то у нас получается в итоге овал. И в следующую петельку мы вяжем вот так вот 1 столбик без накида. И начинаем с первой петельки. Вот здесь вот, если вы обратите внимание, вот она первая петля ряда, где мы делали прибавление. Вот в эту петельку нам нужно связать 2 столбика без накида. Вот так. Первый столбик. И сюда же второй столбик. Как бы прибавление над первой петлей ряда. И снова мы делаем поворот. То есть вяжем второй ряд овалом.
Следующую петельку мы делаем также прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Далее в следующую петельку мы вяжем 1 столбик. И у нас идут 3 петли поворота, там где мы вязали в одну петельку 3 столбика без накида. Вот над каждым этим столбиком без накида предыдущего ряда мы должны связать прибавление. То есть в первую петельку из 3 мы вяжем 2 столбика, во вторую петельку из 3 по центру 2 столбика и в третью петельку уже как бы на повороте с другой стороны в третью петельку 2 столбика. Над одним столбиком предыдущего ряда мы так и вяжем 1 столбик. И над последней петлей, которую мы довязывали, как бы третью получается с этой стороны, мы довязываем также 2 столбика без накида. Либо можно довязать всего лишь 1 столбик и сделать следующую петлю соединительный столбик. То есть это на ваше усмотрение. Хотите, можете довязывать этот второй столбик прибавления, хотите, нет. Я его бывает довязываю, а могу и не довязать. В принципе, мне кажется, что здесь его и не нужно делать. А затем берем, вытаскиваем на изнаночную сторону. Пропускаем не в эту петельку основания, а в следующую. Пропускаем рабочую нить. Ниточку отрезаем так, чтобы нам осталось этого хвостика пришить вот эту мордочку к поросеночку нашему. То есть я где-то оставляю обычно сантиметров 15. Вот. И так вытаскиваем ниточку и в петлю основания возвращаем вот так вот нить. То есть мы как бы замыкаем, делаем такую же условную петельку и возвращаем ее в петлю основания. Посмотрите, у нас получилось полностью непрерывное вязание. Вот этот хвостик закрепляем с внутренней стороны и отрезаем той наборочной, скажем так, цепочки изначальной. Я его параллельно ввязывала при вязании первого ряда, поэтому я его смело отрезаю. И все, вот у нас осталась ниточка для пришивания мордочки, а это и есть наш вот такой вот пятачок. То есть он у нас будет овальным. По желанию вы можете сделать изначальное кольцо амигуруми, в него провязать 12 столбиков без накида. Или же 18 сделать третий ряд прибавлений, и у вас получится круглый пятачок. Я люблю, чтобы он был, скажем так, овальный, мне он нравится. Вот, поэтому оставляю я овальный. Опять же таки, по желанию сделать можно круглый. И вот этим хвостиком мы будем пришивать ниточку, скажем так, за вот эти полупетельки ниточкой этой будем пришивать, в общем, пятачок. Все, мордочка наша закончена, и нам остается из деталей хрюшки связать всего лишь хвостик. Для этого берем ниточку основного цвета, делаем первую закрепительную петельку, в которую будем набирать цепочку. Вот так вот. Оставляю я хвостик где-то сантиметра 4-5, то есть не короткий. После того, как закрепила ниточку начальной петелькой. Этот хвостик нам понадобится еще. Вот. И набираю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь отсчитываю вторую петельку от крючка, которую провязываю 1 столбик без накида. Во вторую петельку после этого столбика делаю прибавление. То есть в следующую петлю вяжу 2 столбика без накида. Вот так мы должны повторить еще 3 раза. В следующую петельку вяжем столбик, в следующую прибавление 2 столбика. Это раз. Столбик прибавления второй раз. И столбик прибавления третий раз. То есть 4 раза мы должны провязать столбик прибавления. И у нас в итоге должно получиться, провязав последнюю петельку прибавления, вот такая вот вертушечка. Если вы посмотрите, то она хорошо вот так вот загинается. И в итоге это у нас и есть вот такая вертушечка хвостик. Далее делаем одну воздушную петелечку и привытаскиваем ниточку. Оставляем здесь коротенький хвостик, то есть сантиметров где-то 6, можете чуть больше. Нам здесь он длинный не нужен. И затягиваем вот эту воздушную петельку. То есть мы ей как бы закрепили последнюю петлю вязания. Все, вот это у нас и есть вот такая вертушечка, еще раз повторяюсь, хвостик. Этого хвостика достаточно для такого туловища, и будет он крепиться у нас вот здесь, вот так вот. Будет торчать такая вот маленькая вертушечка. И сейчас, скажем так, мы начинаем
сборочку. По желанию вы можете связать сейчас уже сразу же плащик, но так как, скажем так, у вас могут различаться ниточки, быть не такие, как у меня, к примеру, той же Беллы, а, допустим, кто-то захочет связать яркий из мерсеризированных в хлопка плащик, ну, то есть это уже на ваше усмотрение, и, возможно, у нас будет отличаться толщина пряжи. Поэтому я вам предлагаю сначала собрать детали поросенка нашего, то есть сшить детали, а затем уже вязать плащик. Я думаю, что это так правильно, и тем более вы будете уже ориентироваться по размеру вашего собранного поросенка, какой ему нужен плащик. Ниточку розового цвета мы уже полностью убираем. В принципе, у нас уже все, скажем так, готово из деталей, и мы начинаем сборку. Обычно у меня спрашивают, как я собираю детали. Честно говоря, никогда не прикрепляю детали изначально иголочками или швейными булавочками. Вот, я сразу их вдеваю, допустим, вот эту ниточку в иголочку и смотрю. Вот она у меня ровная затылочная часть. Ее хорошо видно, здесь вот она идет круглая, скажем так, здесь идет ровная. Вот этой ровной частью я присоединяю, скажем так, вот сюда чуть дальше, чем кольцо амигуруми, то есть где-то на расстоянии 2-3 а то и 4 ряда, то есть вот здесь вот, ну, чтобы у меня была как бы голова по сравнению к туловищу, кольцо амигуруми головы вот здесь вот, или, скажем так, итоговая стянутая вот здесь вот часть, должна касаться 3-4 ряда. Вот исходя из этого я и буду делать пришивание. Причем, как вы помните, у нас здесь тоже одна часть, вот она, спинки ровная, одна часть вот выпуклая, где животик. То есть этим животиком мы вниз должны направить. Вот таким вот образом я буду пришивать, скажем так, затылочная часть сзади. Здесь у нас выпуклая часть. И пришью сначала просто наметочными швами, вот так вот продевая то в одну, то во вторую часть детальки. Сначала сошью голову с туловищем. Затем всегда я пришиваю ушки к голове. То есть ушки у нас должны быть такие же слегка изогнутые на расстоянии где-то 3 рядочков от верха. Я пришиваю, у нас здесь хорошо четко видны ряды, вот они у нас ряды. Я беру какой-то определенный ряд, вот, к примеру, я приложила, мне хочется ушко здесь, чтобы было. Я смотрю, где этот ряд находится, и по ряду четко пришиваю. Затем поворачиваю с другой стороны и точно так же пришиваю с внутренней стороны. Одно ушко, точно так же пришиваю второе ушко. Вот так. Затем я пришиваю нашу мордочку. Просто наметочными швами, так как идут петельки. То есть я вот так как наметываю. И смотрю, допустим, я пришила ушки. Я пришиваю по центру от ушек соотношение, скажем так, мордочки. Все, пришила мордочку. Дальше иду к лапкам. Лапки у нас вообще это самое, скажем так, я считаю, что простое. Они не будут у вас прям идеально сидеть через 2 столбика. Они будут, я вам скажу честно, выкручиваться вообще в абсолютно разные стороны. Особенно даже если вы и пришьете как-то так особенно, если вы просто их наметаете. То есть лапки вы пришиваете вот таким вот образом, чтобы снизу у вас был вот этот животик. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Затем я беру вот эту ниточку, где у нас хвостик. У нас сейчас пока очень много деталей, вам будет, скажем так, не видно где что. Но постепенно это будет количество деталей уменьшаться. Почему я вам говорила, что оставлять нужно вот эти хвостики небольшие? Я просто их просовываю, пришив уже лапки, и по соотношению к задним лапкам центр нахожу. Вот оно у нас кольцо стягивания, ну то есть не кольцо амигуруми, вот оно, а кольцо стягивания, где мы затягивали петельки. Я беру 2 ряда вверх, протягиваю туда вот эти хвостики и завязываю узелочек. Все. То есть узелочком у меня и держится этот хвостик. Не нужно там ничего выдумывать. Все, как говорится, станет на свои места. И по соотношению к лапкам у нас будет хвостик вот так вот торчать. И все, в принципе. Нам останется лишь только пришить глазки, вышить две такие вот небольшие полосочки на носике. Вот, и все, в принципе, будет, я думаю, готово. Итак, для начала пришиваем голову к туловищу. И затем постепенно-постепенно пришиваем уже все детальки. После того, как мы сшили все детальки, у меня лапки выглядят вот так, где-то на расстоянии, как я и говорила, 2 столбиков без накида. Вот, я прикрепила хвостик узелочком, спрятала его во внутреннюю сторону, и у меня получился вот такой поросеночек. Я еще не оформила личико. Личико я буду оформлять 2 пришитыми бусинками и 2 стежками, это ноздри на пяточке на носике.
Вот, и в принципе наша свинюшка уже готова. Сейчас я буду вязать для нее плащик, поэтому беру ниточку красного цвета. И я вяжу плащик как-то в виде вот такого вот язычка. Я вам сейчас покажу, как я его вяжу. Вы можете, скажем так, изменить на свое усмотрение. Также, мне кажется, сюда отлично подойдет какая-нибудь фатиновая или из органзы юбочка. Если же это девочка, то сюда можете прикрепить какую-то пышную юбочку. Вот. Ну, тут уже вы смотрите на свое усмотрение. Здесь также подойдет отлично шарфик какой-то. Мне кажется, что здесь можно, в принципе, фантазировать уже на свое усмотрение. Но я вам покажу, как сейчас я сделаю плащик. Итак, делаем начальную закрепительную воздушную петельку и набираем цепочку из 5 воздушных петель плюс 3 воздушные петли подъема. То есть 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В четвертую петлю от крючка начинаем делать столбики с накидом. Я буду вязать столбиками с накидом плащик свой. Итак, первый столбик с накидом в четвертую петлю раз, следующую петелечку столбик с накидом второй раз, далее в следующую петельку третий столбик с накидом, в следующую петельку четвертый и в следующую петельку пятый столбик с накидом. То есть это наша изначальная ширина, которая будет возле шейки. Если вам кажется, что этого мало, можете, пожалуйста, смело с удовольствием добавлять. Далее делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и поворачиваем вязание. Будем вязать поворотными рядами. Делаем накиды, петлю основания воздушной цепочки, делаем сюда первый столбик с накидом. То есть фактически мы сейчас с вами провязали прибавление. 3 воздушные петли, которые нам заменили первый столбик, далее мы сделали с вами второй столбик сюда же, то есть прибавление. Теперь отсчитываем 4 столбика с накидом подряд. Первую петельку, ну то есть в следующую петельку вяжем первый столбик с накидом, в следующую второй, далее третий и четвертый. Связали 4 столбика после прибавления и в последнюю петельку, в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, вяжем прибавление, то есть 2 столбика с накидом в последнюю петельку. Первый столбик и сюда же второй столбик. Уже мы расширили наше вязание на 2 столбика, сделав прибавление. Далее в конце ряда делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и снова в петлю основания цепочки 3 воздушных петель вяжем первый столбик с накидом. Снова делаем как бы в начале ряда прибавления. Далее отсчитываем поочередно по столбику, провязывая 6 раз, то есть 6 столбиков с накидом. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, четвертый, пятый и шестой. Далее вот она третья воздушная петля подъема. Это как бы наш первый столбик. Поэтому мы третью петлю подъема делаем прибавление. 2 столбика с накидом в одну петельку. То есть по центру в предыдущем ряду у нас было 4 столбика. Сейчас у нас 6. Расширили снова на 2 петельки или на 2 столбика, делаем 3 воздушные петли подъема и поворачиваем на следующий ряд. Теперь у нас получается по счету 5 ряд, и мы снова делаем петлю основания цепочки, первый столбик с накидом, то есть сразу же снова делаем прибавление в начале ряда. Далее у нас по центру уже будет не 6 столбиков, а 8 столбиков с накидом, поэтому отсчитываем 8 столбиков, провязывая каждую петельку по столбику. Один столбик, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Если ниточка делится, постарайтесь перевязать. Седьмой и восьмой. Далее в третью петлю подъема мы делаем прибавление. Это как бы наш последний столбик. Поэтому вяжем сюда 2 столбика с накидом. Не теряйте вот эту петельку, третью петлю подъема, чтобы у нас как бы шло красивое и гладкое вязание. Увеличив снова на 2 столбика в ряду, в шестом ряду мы продолжаем делать прибавление. Поэтому 3 воздушные петли подъема, поворот и в петлю основания делаем очередную добавленную, скажем так, петельку или столбик. Провязываем с накидом. Далее по центру у нас уже 10 петелек, поэтому мы вяжем
до последней третьей воздушной петли подъема 10 столбиков, каждую петельку по одному столбику. Вот так вот провязываем первый столбик, далее в следующую петельку второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Если ниточка делится, еще раз повторяюсь, не поленитесь переделать. Седьмой, восьмой, девятый столбик и десятый. И в третью петельку подъема делаем в конце ряда очередное прибавление. Первый столбик в третью петлю подъема и сюда же второй столбик. То есть у нас сейчас, смотрите, что было. У нас было петли 3 подъема, заменившие нам первый столбик, и мы связали далее 5 столбиков с накидом. Далее делали прибавление 1, 2, 3, 4 ряда, прибавление провязывая по краям прибавления, а по центру у нас было 4 столбика, затем 6, 8 и сейчас 10. Мы связали с вами 6 рядочков с прибавлениями. И далее с 7 по 9, то есть 7, 8 и 9 3 ряда, нам нужно образовавшиеся 14 столбиков, то есть это прибавление 10 столбиков прибавления, 14 столбиков провязать без изменения. То есть сейчас у нас первый столбик заменит 3 воздушные петли подъема. Мы пропускаем петлю основания цепочки, а начиная со следующей петельки довязываем еще 13 столбиков с накидом. То есть в общей сумме с 3 петлями подъема у нас получается 14 столбиков в ряду. Сейчас по счету от начала это 7 ряд. Нам нужно самостоятельно довязать 7 ряд. Можете пересчитывать, чтобы не терять вот эту крайнюю петельку подъема, третью воздушную петлю. Вот 7, 8, 9 ряд самостоятельно, то есть 2 ряда довязать. Я думаю, что здесь вы справитесь. Просто заменяем первый столбик 3 воздушными петлями подъема и самостоятельно довязываем 13 столбиков до конца ряда. Последний у вас 13 столбик с накидом должен получаться вот здесь вот в третью воздушную петлю подъема на 3 петель. Вот этих вот 3 воздушные петли подъема в начале каждого ряда. Затем они у вас в конце. И затем в 10 ряду мы с вами сделаем первые убавления для того, чтобы наше вот это расширение немножечко сузить и как бы закруглить плащик. В конце 9 ряда мы делаем 3 воздушные петли подъема и поворачиваем на 10 ряд. Делаем накид и пропускаем петлю основания цепочки, а со следующей петельки вяжем полустолбик, то есть вводим крючок в петлю, захватываем рабочую ниточку и провязываем 2 петли на крючке. Третью не трогаем. У нас снова получается 2 петли на крючке. Еще раз делаем точно так же. Делаем накид. Со следующей петельки достаем, провязываем, скажем так, рабочую ниточку. И 2 петли на крючке из 4 мы провязываем, как бы не довязывая до конца столбик с накидом. У нас сейчас 3 петли на крючке, и мы делаем общую вершинку. То есть мы сделали в начале ряда убавление. 3 петли подъема, убавление. Затем до последних 2 петель ряда, то есть до 3 петли подъема, и вот здесь вот над последним столбиком мы должны провязать вот эти вот все столбики предыдущего ряда петельки по одному столбику с накидом. Первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий столбик. Далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Осталось у нас 2 петельки, поэтому мы снова делаем 2 незаконченных столбика с накидом, то есть делаем убавление. Провязываем только 2 петельки. Второй раз не довязываем вот так вот, а делаем накид и из третьей петельки подымаем снова недовязанный полустолбик и лишь только 3 петельки на крючке соединяем общей вершиной. То есть делали в конце ряда, как и в начале, убавление. Далее делаем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание. Не 3, а 2 уже. И снова точно так же берем, поднимаем недовязанный столбик с накидом из следующей петельки, пропускаем петлю основания цепочки. Вот так вот.
со следующей петельки достаем полустолбик, недовязанный столбик с накидом, вот так вот. И третий раз точно так же делаем. То есть сейчас мы делаем убавление не из двух столбиков, провязываем общую вершину, а из трех. И все четыре петельки на крючке соединяем общей вершиной. То есть как бы мы, получается, сделали вот такое вот убавление в начале ряда. Далее до, скажем так, трех петель в конце ряда, третьей петли подъема и двух столбиков, мы должны связать вот эти 5 столбиков по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3 столбик, 4 и 5. Берем недовязанный столбик с первой петли, недовязанный столбик со второй петли и недовязанный столбик с третьей петли. Соединяем общей вершиной все 4 петли на крючке. Делаем одну воздушную петлю и вторую воздушную петлю и привытаскиваем ниточку. Оставляем небольшой хвостик, чтобы его спрятать можно было. И отрезаем. Больше нам эта ниточка здесь не нужна. То есть что у нас получилось? У нас получился вот такой вот язычок скеда, как я его называю. То есть вот так. И сейчас мы присоединяемся, поворачиваем вязание к вот этой изначальной ниточке, где мы набирали первую воздушную закрепительную петельку, а затем мы набирали 5 воздушных петель цепочки для вот этих 5 столбиков. То есть мы сюда точно так же берем, присоединяемся, то есть крючок вводим, добавляем рабочую ниточку и вытаскиваем петельку. Закрепляем петельку, вот так вот воздушную делаем, а хвостики с этой ниточки и хвостик тот, который мы начинали вязать цепочку, мы берем и будем завязывать сейчас по ходу вязания. Сейчас нам нужно вот эту сторону обвязать, нижнюю, и другую сторону просто столбиками без накида. То есть как бы выровнять вот это наше вязание и переходы. Параллельно я буду завязывать вот эти ниточки, хвостики с наборочных вот здесь вот первых петель. Итак, под каждый столбик с накидом, либо 3 воздушные петли подъема, нам нужно провязывать по 2 столбика без накида. Где-то я буду провязывать, возможно, в промежутке, но здесь уже, опять же таки, нужно смотреть по ходу вязания. То есть мы находим первые 3 воздушные петли подъема и вяжем под них 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик под эти 3 воздушные петли. Смотрите, чтобы у вас не соскальзывали петельки. Вот так вот. Теперь следующие, вот они у нас промежуточек, я провяжу сюда столбик без накида. И снова, вот они 3 воздушные петли. Я вяжу под них 2 столбика без накида. Далее снова, вот у нас промежуточные вот эти вот столбики. Я в них вяжу по 2 столбика с накидом. Возможно, где-то я провяжу лишний столбик, где-то не довяжу столбик. Вот, но я просто начинаю обвязывать. Вот эти ниточки, когда я хвостики спрятала, я их хорошо подтягиваю, выравнивая. И можно их уже отрезать. В принципе, они нам не нужны. Вот. И продолжаем дальше обвязывать просто столбиками без накида по краю. Вот так вот. По 2 столбика вяжу. Где-то здесь, возможно, можно в промежутке связать. Вот у нас промежуточек. Можно сюда связать столбик без накида. Далее снова 2 воздушные, 3 воздушные петли. Здесь можно столбик, вот здесь промежуточки. Вот таким вот образом я просто продолжаю обвязывать столбики, не считая количество. Это у нас, скажем так, неточное вязание. Прям идеально, где должно все совпадать. И дойдя до уголочка вот этого нашего перехода, скажем так, на ровное вязание, я буду вязать по 2 столбика, чтобы сделать как бы поворотик такой вот. То есть я как бы перехожу с одной стеночки на другую сторону. Обратите внимание, что у вас немножко стянутая вот эта сторона должна получаться. То есть когда этот плащик оденется на зверюшку, этот, скажем так, эта часть должна слегка быть перестянута. Вот. Теперь, перейдя на ровную сторону, я ложу вот этот краешек ниточки на вязание и буду вместе с этой ниточкой провязывать столбики. То есть я нахожу первую петельку и над каждой петелькой провязываю по одному столбику без накида. То есть здесь у нас гораздо просто, потому что видно эти столбики. Вот они у нас. Каждую петельку я провязываю по столбику.
Затем снова я на угловой петельке свяжу 2 столбика для того, чтобы сделать переход, то есть вот такой вот уголочек сделаю. И перехожу сюда на другую сторону обвязывать столбиками без накида. И снова под столбики с накидом я буду провязывать по 2 столбика без накида. Где-то здесь вот, если попадаются промежуточные петли, я в них тоже провязываю по столбику. Вот так. У меня получается один столбик уходит на промежуток, а второй столбик уходит под столбик с накидом. И вот так вот обвязываем, обвязываем. Здесь тоже у меня хвостик завязан уже, я его подтягиваю, могу отрезать. И продолжаю дальше обвязывать вторую сторону, пока не дойду до вот этого уголочка. Дойдя до самого уголочка, я набираю 20 воздушных петель. Просто цепочку из 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот такая у меня получилась веревочка. И я, начиная со второй петли от крючка, провязываю в каждую из петелек воздушной цепочки по одному столбику без накида. То есть как бы в обратном порядке возвращаюсь, провязывая столбики без накида. Хотите, можете соединительные столбики вязать. Но мне нравятся именно столбики без накида, потому что соединительные столбики имеют свойство сильно закручиваться в спиральку. Поэтому мне это не очень подходит. Я просто возвращаюсь столбиками без накида до петли основания воздушной цепочки в обратном направлении. Дойдя до петли основания, я в нее делаю последний столбик без накида. И далее продолжаю, нахожу вот эти вот боковые петельки и в них продолжаю делать столбики без накида. Один столбик сделала, как бы закрепилась, затем над второй петелькой второй столбик без накида, над третьей петелькой третий столбик и над четвертой петелькой четвертый столбик. Я не довязываю до самого уголка, вот посмотрите, у меня здесь как бы остается одна петля. И я точно так же набираю 20 воздушных петель, как и в первом уголке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. И точно так же, начиная со второй петельки от крючка, я делаю столбики без накида в каждую петельку в обратном направлении, пока не дойду до петли основания воздушной цепочки. Дошла до петли основания и делаю последний столбик без накида в эту петельку и соединительный столбик в первую петлю обвязочного края. Вот так вот. И продеваю, как бы соединительный столбик делаю. Теперь отрезаем ниточку. У меня как раз таки остался вот такой хвостик небольшой. Вот рассоединена была в мотке ниточка. Вот мне как раз этого кусочка хватило. И сейчас что мы делаем? Мы берем крючком, пропускаем вот эту вот следующую петельку, а с изнаночной стороны в следующую уже, ну то есть не в одну, а через одну, продеваем вот эту рабочую нить, вот так вот, и возвращаем в эту петелечку основания, этот хвостик продеваем, и как бы у нас получилось такое вот непрерывное вязание. Вот так, смотрите, край у нас получается соединился этой петлей. Вот. И теперь мы берем эту нитку, вдеваем в иголочку. Вот так вот. И прячем хвостик. Прятать хвостик можно где угодно, как угодно. Продеваем сквозь самые, скажем так, тугие места косички. Вот. Главное, чтобы не вылезли слишком на лицевую сторону. Это у нас изнаночная сторона. Здесь можно, скажем так, руководить и распоряжаться где хотите. С лицевой стороны все должно быть хорошо. Все, вытащили, продели хвостик. Здесь у нас все закреплено. Ниточки все лишние отрезаем, чтобы они у нас, скажем так, не торчали и не болтались. Вот. И все, у нас получается вот такой вот плащик. Он, конечно, смешной, но если вы его вот так вот оденете на хрюшку, завязочки, смотрите, достаточно длинненькие, но и в то же время я их не делала слишком длинные. Мне кажется, что 20 петель. Это более чем достаточно. И вот так вот завязываем на узелочек.
Этот узелочек не слишком тугой, поэтому по желанию можете его развязать потом. Вот, и все, и у нас получился вот такой плащик. При этом видно хвостик, и все достаточно хорошо, и красиво, и аккуратно. Я надеюсь, что у вас тоже получилось, поэтому пришиваем глазки, оформляем личико на свой вкус. И все, ваша свинюшка готова. Поздравляю вас с наступающим новым 2019 годом. Вот, вяжите с удовольствием знаки наступающего года. И хорошего вам настроения. Пока-пока.